Всем привет! Урожай в этом году точно должен нас порадовать, так как дожди надолго не оставляют. Подробнее о погоде расскажу вам я, Александра. По прогнозам синоптиков, сегодня утром температура воздуха будет плюс 19 градусов, к вечеру прогреется до 23. Малооблачно. В субботу 22 мая утром температура воздуха будет также плюс 19 градусов, к вечеру прогреется до 22. Облачно, возможен дождь. В воскресенье 23 мая утром температура воздуха будет плюс 19 градусов, к вечеру прогреется до 21. Облачно, возможен ливневый дождь. Хочешь, чтобы о твоем бизнесе узнал весь Волгодонск? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Волгодонск» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте. Всем хороших выходных! Будьте в курсе новостей при любой погоде!